Сегодня я пригласил троих специалистов из нашей отрасли, чтобы провести коллективную дискуссию о программном обеспечении. А теперь, дамы и господа, любовь к Macintosh с первого взгляда. Добро пожаловать на игру «Любовь к Macintosh с первого взгляда». Разработчики программного обеспечения, не могли бы вы представиться? Привет, я Фред Гиббонс из Software Publishing Corporation. Привет, я Мич Кейпор из компании Lotus. Мы делаем продукт под названием 123. Меня зовут Билл Гейтс, и я глава компании Microsoft. И в 1984 году Microsoft ожидает получить половину своей выручки с продажи программного обеспечения для Macintosh. Итак, программный магнат номер 3. Когда состоялось ваше первое свидание с Макинтошем? Мы работаем с Маком уже почти 2 года. И этим занимаются наши самые лучшие специалисты. Программный разработчик номер 3. Станет ли Макинтош третьим стандартом в отрасли? Чтобы создать новый стандарт, необходимо не просто нечто иное, а нужно что-то совершенно новое, что смогло бы поразить воображение людей. И из всех машин, которые я когда-либо видел, только Macintosh соответствует такому стандарту. Программный разработчик номер 3. Опишите свои идеальные отношения с Apple. Мы будем продавать наше программное обеспечение по отдельности. Это означает, что Apple очень быстро сможет получать цельные и самодостаточные машины. Стив, извини, но время истекло. Давайте дадим Стиву минутку, чтобы определить сегодняшнего победителя. Итак, Стив, кто победитель? Яблоко красное, IBM синий. И чтобы сделать Macintosh третьим стандартом в отрасли, вы все нужны мне.